Актуально. Нашадр инфо. Сегодня нас пригласили на выставку нашей техники, показать детям, какая на данный момент техника актуальна в нашем городе. То есть, чем мы тушим пожары, как мы это делаем, в какой одежде мы это все делаем. В общем, сегодня мы ребятам показали, чем мы занимаемся. Дали им померить нашу одежду. Показали им машины, то, чем мы работаем, то есть стволы, рукава пожарные. Дали им посидеть за рулем автомобиля, почувствовать себя настоящим пожарным. Ребенку? Надо было с водой дать. Попробовать, ага. Как это? Чаю? Воду? Инженер пожарной охраны сообщила нам о таком мероприятии выездном. Мы откликнулись, пришли вот с 5-м В-классом на такую экскурсию. Ну, я думаю, что это очень познавательная экскурсия. Мое впечатление, ну вот я померила костюм пожарника. Это, конечно, тяжелое снаряжение такое. Мы от лица 20-й школы поздравляем всю пожарную часть и всех пожарников с праздником. Желаем успехов в работе, чтобы пожаров у нас было как можно меньше. Ну и всем крепкого здоровья. Мне понравилось это мероприятие, потому что там интересно рассказывают всякие там машины. Можно сидеть в них, рассматривать вещи. У нас проводятся классные часы. Говорится о том, что нельзя баловаться со спичками. Когда я стану пожарным, я буду тушить пожары. Одевать форму пожарную. Брать шланг и нести его, помогать. Чтобы залить пожар. В честь 30 апреля хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником, Днем пожарной охраны. Здоровья всем крепкого, ну и сухих рукавов, конечно же.